Я пытаюсь вытащить свою маленькую девочку из тюрьмы. Это все, что меня волнует. В тот день, когда ты уехала в Марсель, я отвез тебя в аэропорт. Зашел в сувенирный магазин и увидел это ожерелье. Оно было золотое, и на нем было написано «Stillwater». Я подумал, что это будет маленький кусочек дома, который можно взять с собой. Вы в Марселе в отпуске? Нет, я здесь, чтобы навестить свою дочь. Вы отец этой девочки, американской студентки? Да, мам. Эллисон приехала сюда учиться в колледже, и там она встретила эту девушку, Лину. Однажды ночью она нашла Лину мертвой и позвонила в полицию. Но все, что их волновало, это то, что Эллисон спит с какой-то арабской девушкой. Я любила ее. Я знаю. Но все думают, что это я ее убила. Мы исчерпали все юридические возможности. Адвокат вам не помогает? Пока я делаю это сам. Я могла бы помочь. Как тебя зовут? Майя. Майя. О, это очень мило. Она очень заботлива со мной. Ты видел этого парня раньше? Никто не будет с тобой говорить. Ты не отсюда. Это небезопасно для тебя. Она моя маленькая девочка. Папа, пожалуйста. Я не собираюсь сдаваться. Это будет серьезной ошибкой – совершить преступление, чтобы доказать невинность вашей дочери. Это не вытащит ее из тюрьмы, а отправит туда вас. Господи, пожалуйста, не спускай глаз с Эллисон. Аминь. Полиция! Ты просил ее солгать? Я пытаюсь вытащить свою маленькую девочку из тюрьмы. Это все, что меня волнует. Ты сейчас говоришь очень по-американски. Хорошо, так и есть. Да, и ты здесь чужой. Что ты сделал? Ты просто должна довериться мне. Тихий омут. Озвучено для канала в рейтинге.